Привет, это канал Бусын Техник, меня зовут Ракли. Сегодня в обзоре также на реализации пассивной комплекс Агромастер комбидиск 6000. Друзья, данный пассивной комплекс 2016 года выпуска. Он в хорошем техническом состоянии. Наработка высеял за все время работы 5500 гектар наработки. Имеются сварочные усиления, то есть слабые места уже хозяином все сделаны. И можно сразу запускать в работу. Он идет с культиватором, культивирует и сразу тут же есть прикатывающий каток. Состояние усевающих дисков, семипроводы также в хорошем техническом состоянии, но где-то местами можно перед выходом плановое ТО сделать, а так все в отличном техническом состоянии. Загрузной шнек работает от гидромотора, также все в рабочем техническом состоянии. Состояние колес. Пассивной комплекс Агромастер комбодиск 6000 модель. Каждый бункер по 1,5 тонны, общая сумма вмещаемости 3 тонны. Лотки, семипроводы также. Вот еще сварные усиления. Где были слабые места, все усилено. Культиватор также в отличном состоянии. Вот еще здесь вот такое место есть, где еще приварили по одному корпусу. Ширина захвата 6 метров. Рабочая комбидиск 6000. Посевной комплекс с культиватором и прикатывающим катком, друзья. Высевающие диски. Сейчас постараюсь. Бункер закрыт. Такое состояние.
между ряде 12,5 сантиметров. Друзья, кому понравился данный комплекс, пишите, звоните, обращайтесь. Приезжайте на осмотр, все подключим, все покажем. Все полностью в рабочем техническом состоянии. Можно сразу пускать в работу. Друзья, также мы являемся официальными дилерами трактора МТЗ. Поможем подобрать вам любое навесное оборудование, прицепное. Также поможем в реализации вашей сельхозтехники. К вам приедет наш региональный представитель и договориться о сотрудничестве. У нас любая форма оплаты, наличный, безналичный расчет. Также можете приобрести его в кредит. Друзья, мы находимся в городе Волгоград, историческая 183. Заходите на наши телеграм-каналы, на Авито-магазин, следите за системой скидок. А я желаю всем хороших и удачных покупок. Всем всего доброго.